Эта история произошла в Новобаварском районе Харькова в середине лета. Местного бездомного, тащившего за собой на поводке сопротивляющуюся собаку, увидела пенсионерка Анна Калюжная. Она узнала в ней соседскую овчарку Герду. Проследовав за мужчиной, женщина стала свидетелем жуткой сцены. Злоумышленник намеревался разнести голову псины молотком. И завел сюда ее, и она в этот момент начала кричать. Я прибежала сюда бегом, смотрю, он ее молотком убивает. Я спрашиваю, что ты делаешь, а он говорит, это моя собака, что хочу, то и делаю. Я говорю, не ври, эта собака не твоя, я знаю хозяев. Они мне заказали эту собаку убить. После нескольких ударов молоток слетел с ручки. Израненная овчарка сумела вырваться и добежать домой, где вскоре скончалась. Пенсионерка проинформировала о случившемся знакомых зоозащитников, а те, в свою очередь, добились открытия производства правоохранителями, а затем и передачи материалов в районный суд. Приговор заказчику пса, как его успели окрестить волонтеры, вынесли несколькими неделями ранее. Заказчик получил наказание в виде ареста на 4 месяца. Почему 4, а не 6? Потому что он чистосердечно раскаялся, якобы. Раскаялся, но я в это не верю, но суд должен принимать это во внимание. А сегодня в Октябрьском суде должна была решиться судьба исполнителя, мужчины, который согласно материалам дела и пошел на преступление ради денег. Однако слушание закончилось, не успев начаться. По причине неявки самого обвиняемого его перенесли на 13 октября с указанием судьи применить к нему привод. К слову, обвиняемый все-таки появился в стенах госоргана, а свое опоздание объяснил тем, что задержался у следователя. Он якобы проходит свидетелем по другому инциденту. Попытку убить собаку молотком он попытался оправдать тяжелым материальным положением и сообщил журналистам, что хотел таким образом избавить животное от мук. Собака якобы тяжело болела. Да и вообще убить собаку велел сам хозяин и даже вручил ему тот самый молоток. Так как я в него работал, мне просто, скажем, нужны были деньги, можно так сказать. Вот. Я согласился. Тем более, говорит, она больная, я видел у нее там раны были на теле. Он говорит, она больная раком. Мне, говорит, на укол денег нету, а самому, сам я не могу убить, потому что маленькую взял. Я говорю, хорошо, и все. То есть это его собака, лично его. Это не то, что там я с улицы взял и там неделю-две мучил ее. Хотя, уверяют зоозащитники, история о болезни собаки – абсолютная выдумка. Ведь они видели результаты лабораторных анализов и выводы судмедэкспертизы. Если бы я знал, что за это будет наказание какое-то, я бы никогда даже и не согласился. А если бы наказания не было? Если бы не было наказания и было бы у меня другое положение, я тоже не согласился. Геннадия Довженко обвиняют по 299 статье «Жестокое обращение с животными». На момент совершения преступления поправки в законодательстве об ужесточении ответственности за издевательство над четверолапыми еще не вступили в силу, поэтому за данное преступление ему грозит лишь полгода ареста. Впрочем, у мужчины сейчас имеется еще и условный срок, что также может кардинально повлиять на вынесение приговора. Вилен Мода, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости».